Всем добрый вечер. Иду, прогуляюсь по Лазаревскому. Пингвин, как всегда, полный, заполненный, переполненный. Фонтан включен, значит, мать попрет. Бля. Смотри, камера. Кафе работает. Поделись. С 8 до 22. Время 8:30 уже вечером. Пошли на мост, я хочу на мост. На мост? Тучи над горами. Июля Лазаревский. Евгений из Липецка, спасибо за донат. Лариса, спасибо за донат. Людей что-то мало сегодня. Две ставритки, по-моему. Ну-ка, подожди, здорово. Здорово. Савриночка. Слабо клюет или нормально? Да, слабо. Слабо? Ваня, ну поймал что-нибудь?
Здорово. Мелочь, да? Сейчас я спущусь. Ну-ка. Засвети-ка ее. Ставридосик. А ты ее хочешь? Да? А ты что, на рыбалку не хочешь? Да я сегодня собирался, но к вечеру что-то неважно почувствовал. Мало спал, сил нету. Вань, плохо клюет или как? Нет, сегодня хреново. Хреново, да? А вчера? Позавчера. Позавчера хорошо клевало? По 4 штуки. По 4 сразу, да? Один раз только две. Чем это связано? Не знаем, да? Погода, видите, крутится. Погода? А когда стемнеет, не лучше клюет? Ну, лучше, конечно. Лучше? Ты фонарик не ставишь? Нет, да, зачем тут? Светло? Ну, это до 9 и все. Ну и сегодня, видишь, слабенький. А так я попрошу. Так что, я подошел, поклевал у него рыбы, а сейчас вообще перестала. Луна, видите, какая круглая вон. Луна сильно действует. Вот эти корабли, Таврида, Беркут с Ялты, не работают. Ждут комиссию из Сочи, чтобы им разрешили. Они уже дней 5 стоят и не работают. Колесо не включили. Вань, идешь? Хорошо, позвоните, короче, и там уже. Пойдем, а то одному скучно идти. Еще когда камеру держишь, на тебя все смотрят. Так стыдно, я тебе отвечаю. Это не так просто идти вот с камеры включенной. Саша назвал тебя, потому что задолбали. Ты что, там все? А что тут? У меня, наверное, стабилизатор там стоит, да? Стабилизатор, да. Очень мощный стабилизатор в камере. И в семерке тоже был стабилизатор. Она, вот смотри, вот рукой шатаю, она вообще как будто не видно. А на телефоне руки трясутся. Ну да, и все равно. И видео в ноутбуке трясется. Не, ну мне сказали, колесо вроде не работает. Ну, хоть бы свет включили, да, моргалки эти. И то бы уже поинтереснее было бы. Может, все-таки мне с тобой доехать? У вас там нету шмоток в машине? Ничего? А может жена скажет, езжай один? Нет? Сейчас узнаем. В Ламы идти на этот автобус. Тут такой движняк. Местный репортер, здорово. Здорово. Это движняк.
Че, Ваня, узнаешь тогда? А, ну, сейчас я буду. Какой тут шум, мама дорога. Ты через телефон смотришь, да, Вань? Через, вот так через телефон? Я в шоке. Тут разве увидишь что-нибудь? Не, ну так вот, раз ты смотрел. Ладно, Ванек, давай, сейчас давай. Пошел я. Трубку-то забыл, ты что молчишь? Ёлки-палки. Да. Чуть без сумки не ушел. У меня тут и корм, и там и камеры, и вода, и все там дела. Время 10:30. Уже темно. В камеру. А что маленький, не маленький? Уже толком ничего не видно. Так, беспонтовый ролик, а что еще снимать? Прошелся туда-сюда. Посмотрели, сколько людей. И все. Никакой информации пока нету. Так, а где мои дружки? Может, где-то здесь рядом? Ладненько, всем спокойной ночи.